Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Не так давно я вам рассказывал про самоход индукционного счетчика электроэнергии, когда нагрузки на фидере не было, а диск счетчика при этом плавно и уверенно вращался. Сегодня хочу представить вашему вниманию ситуацию с точностью до наоборот. Нагрузка на фидере составляет около 110-120 ампер, а диск индукционного счетчика при этом не вращается. Видите, вращения нет вообще нисколько. И показания, соответственно, тоже не изменяются. Более подробно про данный счетчик и схему его подключения я не так давно вам рассказывал в отдельном видео. Переходите по ссылочке вверху видео. Вот амперметр, по которому видно нагрузку на фидере. Она составляет около 120 ампер. Для наглядности покажу это присоединение. В общем, секция 500 вольт. Дальше от пайки на рубильник или разъединитель. Дальше автомат. Автоматический выключатель AE3130, по-моему, или 40. И дальше два трансформатора тока. Ну, про эту схему я уже неоднократно рассказывал, поэтому сейчас подробностей даваться не будем. Там стоит щитовой амперметр, включенный в фазу А. Измерив вторичные токи трансформатора тока на промежуточном клеммике. Напомню, что 402 это начало вторичной обмотки и 1 трансформатора тока фазы А. 421 кончик это начало вторичной обмотки и 1 трансформатора тока фазы С. И 410 общий вывод вторичных обмоток и 2 фазы А и С. Ток в фазе А составляет 3,11. В фазе С 3,40. И неудобно одной рукой. Так, и на общий 3,14. Ну, ток по фазам симметричный. Коэффициент трансформаторов тока составляет 200 на 5, то есть 40. Умножим измеренный вторичный ток на коэффициент трансформаторов тока и получим ток на первичной стороне. То есть измеренный ток составил порядка, ну, около 3 ампер там был, 3,4. Умножим на 40, получим ток по первичке около 120 ампер, как и показывает нам щитовой амперметр. Значит, нареканий трансформатором тока нет. Теперь проверим вторичное напряжение трансформатора напряжения. Кстати, трансформатор напряжения у нас здесь установлен NTSI 05. Вот так выглядит трехфазный измерительный трансформатор сухой изоляции и дополнительной обмоткой для контроля изоляции. NTSI 05. То есть первичное напряжение у него приходит первичное напряжение на 500 вольт, вторичное напряжение 100 вольт. Проверим вторичное напряжение с трансформатора напряжения, с измерительного трансформатора напряжения NTSI 05. Вдруг оно пропало, например, выбило автомат 100 вольт, тогда диск счетчика также не будет вращаться из-за отсутствия цепей напряжения. Опять же напомню, что 501 это у нас цепи напряжения фазы А, 521 это фаза Б и 541 фаза С. Так, ставим переключатель на переменку с пределом 200 и измеряем напряжение. 106 вольт это АБ, БС примерно 105,9 и АС 105,9. То есть напряжение между каждой фазой в норме. Таким образом делаем вывод, что трансформатор напряжения исправен и нареканий к нему тоже нет. Это и следовало ожидать, ведь вольтметры на секции показывают нормальное напряжение, да и другие счетчики на этой секции работают исправно, но тем не менее проверить нужно было. Вот напряжение, вольтметровый переключатель, С0,
B0, A0, AC, BC, AB. То есть напряжение на секции есть как фазные, так и линейные. То есть к трансформатору напряжения нареканий нет, естественно. Другие счетчики на этой секции исправно работают. Вот видите, диск счетчиков вращается. Предполагаю, что вышла из строя главная шестерня счетного механизма, либо заклинило барабаны, их еще называют роликами счетного механизма. Как говорится, вскрытие покажет. В любом случае необходимо производить замену этого счетчика, чем я сейчас и займусь. Выводить фидер из работы не обязательно, достаточно закоротить токовые цепи перемычками. Вот у меня специальная перемычка есть с общим концом и на две фазы. А также разорвать, то есть отключить с клеммика цепи напряжения фаза А, Б и С. На этом все. Вот такое небольшое видео из раздела «Будни электрика». Спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч!